моя зайка там делала? Ты что там делала? Ты что там делала? Ну-ка расскажи. Что там такое? Пошли вместе сходим. Пойдем. Пойдем вместе сходим. Пойдем. Так. Пришла такая в очаг. Смотрю, ходит тут кругами. А она раз, смотрю, и спустилась сюда. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Что, тут мышек нет? Тут у нас мышки еще часто заходят. Вот она вот так кругами ходила, 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 ходила. В итоге раз и спустилась сюда. Ну-ка, покажи, как ты это сделала. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Гердуся, пойдем, малыш, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем сюда. Пойдем. Кругами, кругами ходит. Ты моя зайка. Пойдем, пойдем сюда, пойдем. Пойдем ко мне сюда, пойдем. Пойдем. Сейчас у всех голова уже закружится. Пойдем. Гердочка. Цветочек мой. Малыш, иди ко мне. Иди ко мне. Идем сюда. Тут же вот ступенька есть. Пойдем. Пойдем сюда скорее. Пойдем. Иди ко мне. Иди ко мне сюда. Иди, мой сладкий. Идем. Иди, мой птенчик. Как ты это сделала? Покажи. Как ты это сделала? Покажи. Пойдем. Пойдем. Опа. Вот так. И еще сюда вниз пойдем. Тимая малышка. Пойдем. Пойдем сюда. Пойдем. Пойдем. Майска тоже любит тут лазить. Теперь еще и Гердуся у нас тут любит лазить. Вот, чтобы ты понимала, что сюда можно аккуратно спуститься и также аккуратно отсюда выйти. Да? Зайчик мой. Тимая умничка. Первый раз она сюда спустилась за все время. Первый раз. Тимое солнце. Любопытство все-таки твое кошачье. Да? Любопытство все-таки твое кошачье. Пойдем, теперь обратно пойдем. Вот ступенька. Гердусь. Вот ступеньки, малыш. Вот ступенечки. Вот, по ним поднимайся. Вот. Опа. Это, скажи, легко. Спуститься тяжелее, потому что достаточно высокая ступенька вот эта получается. Ей вниз нужно... Она же не прыгает, а наступает просто так лапами. То есть ей нужно опуститься так, чтобы наступить. А это достаточно глубоко получалось. Тимутенчик. Красота моя. Дождик на улице идет. Может, ты в домик пойдешь? Нет? Нормально тебе? Мокнуть под дождем. Гердусь вообще спокойно к дождю относится. Абсолютно, я бы сказала. А еще смотрите, какую красоту сделали. Теперь вот таким вот образом закрыли блоки от кондиционеров. Еще красивее стало.